Just let me be with you. Хей-йоу, друзья, всем снова привет, с вами снова я, Жабка, как бы это символично не было, но вот тут вот Шани стоит. И, собственно, вышла мастерская Шани. Я решил ее грабануть, как будто бы я гангстер-рэпер, там все дела, давайте вот так вот все сделаем. Да неудобно, ща, подождите, пацаны. Вот так вот, все, как будто я гангстер, вот так вот сел. Нашего смайла сюда запихнем. И будем грабить, в общем. Короче, магазин Шани будем грабить. Да, блин, мне неудобно. Алло, пацаны. Вот так вот. Все. Собственно, будем грабить магазин Шани. Вот, это новая тема. Но прежде чем начать, я вам хочу сказать то, что, ребят, как обычно, если мы набираем на этом видосе 10 тысяч лайков, то у нас будет конкурс. Поэтому, ну, как бы, по-братски ставишь лайк, иначе, ну, типа, смайла не будет у видео. Ты понимаешь? Ну, типа, ну, блин, алло. Ты понимаешь, лайк поставь, пожи, я тут что, зря трясу этим. Вот, это торпеда, это, если что, это торпеда, ребята, это торпеда, не подумайте, я не тупой. Короче, магазин Шани, давайте сразу сюда вот зайдем, в дуо. Это чтобы меня не приглашали, это стандарт. Вот. О, и музыка сразу включилась. И, собственно, у нас тут мастерская Шани. Инженер Шани приветствует тебя в своей мастерской. Она создаст тебе вещи с уникальной скидкой. Выбери три вещи по одной вещи из каждого ряда. Нельзя выбрать несколько вещей из одного ряда. Нельзя выбрать менее или более трех вещей. Узнай свою скидку. Мастерская будет открыта до 24 октября. О, значит, я смогу ее еще использовать, эту мастерскую, в роликах по прокачке аккаунта. Поэтому, ребята, запомните. А может быть... А, собственно, прокачка аккаунта. Ребята, вы знаете, что за прокачка аккаунта? Вы вообще в курсе, что есть такая прокачка аккаунта, что я прокачу аккаунты? Мне кажется, все знают об этом, но мало кто знает, как вообще получить прокачку. Ребят, только на моей страничке ВКонтакте можно получить прокачку. Собственно, нужно подписаться. И вот когда я его как раз-таки приеду в Сочи, это будет 22-23 число, и я там сразу буду где-то 5-6, может, где-то прокачивать чуваков, и потом сразу же проводить набор на 3 прокачки. Так что, следите за моей страничкой обязательно, если вы не будете следить, ну, ребят, ну, вы лалки, короче. Короче, ладно, погнали. Открываем. Я, в принципе, все понял. Я, в принципе, не тупой, я, в принципе, гангста. Гангста. Все, ну, вы поняли, я тупой уже. Мастерская Шани. Ну, фон выглядит, кстати, неплохой. Бичевский, правда, ну, ладно. Что-то как-то сложновато стало. R1, R2, R3, что? Вопросик. Период, так, выбрать один предмет из каждого ряда, нельзя выбрать три предмета из одного ряда, после выбора трех предметов будет указана окончательная скидка. Окей, вот так вот сделаем, что дальше? А. Ладно, так, окей, давайте возьмем себе в коллекцию, говоря, банды. Что это? Ладно, понял. Так, у меня, по-моему, тут все есть. Не по-моему, а точно, может, тут этого нет. И 10 лутбоксов. У меня, в принципе, тоже все есть этого. Ладно, пускай будет еще. Давайте скар, наверное, вспомним. 77% скидки, ну, в принципе, нормально. Слушайте, 428 за набор главаря банды, который стоит, ну, я не знаю, 1000, либо 1500, либо 2, за доску и за 10 лутбоксов. Да, в принципе, это вообще замечательно. 428 кристаллов. Покупаем. Покупка прошла успешно. И что дальше? Все, что ли? А обновляться не будут вещи? Что? Так, окей. Я немножко не понимаю. Давайте вот набор скейтерши. Возьмем, например, вот это вот. 79, 307. Ну, окей, в принципе, ну... По ценнику вроде бы норм. Но я немножко не понимаю. Вот я покупаю, окей, 1500 стоит. 1500 эта фигня стоит. И, блин, чё? Что вообще происходит? Я не понимаю. Вы выбрали предметы, которые у вас уже есть. Если вы купите его, он будет преобразован в жетон ФП. Ладно. Хорошо, купили. А, типа я по 3... Короче, я понял, походу. Мы можем покупать тут все, но только по 3 предмета. То есть то, что мне, например, не нужно, я могу не брать.
А если я могу вот так сделать? Два предмета можно? Нет, только три. Только три. Хорошо тогда, давайте вот это купим. Давайте, точнее, вот это купим. Я не знаю, что брать мне. Давайте вот это купим и... Фанас. 70% скидки. 640. 640. Это просто из-за... Знаете, из-за чего? Это из-за грёбаного костюма, который у нас этот, летний. Просто он стоит бешеных денег. А по факту он фигня является. Ну, реально фигня, помойка какая-то. Хорошо, давайте купим. 2200 алмазов. 2200 алмазов за эту херотень? Ну, хз. Ну, типа, ну, реально хз. Я решил ограбить, а в итоге, походу, меня грабят. Выпьем чуть-чуть. Реально, походу, меня ограбили. Ну, по сути, так и есть. Типа. Короче, непонятно. Ладно, давайте купим. Покупка прошла успешно. Раз, два, три. Три костюма осталось. Ну, собственно, давайте вот такой. Вот такое. Вот такое. 61, а почему 61% скидки, алло? А почему 61% скидки? Почему не 70? Почему не 80? А, либо оно, наверное, с каждым, типа, покупкой понижает скидка или что? Ладно. 1600 стоит, будет в итоге стоить 616, 61% скидкой, ну, в принципе, норм. В коллекции, пускай будет там по несколько этих наборов, покупаем. Остается 2, ну вот, собственно, давайте вот так вот покупаем. 403, а нет, смотрите, непонятно. Ну, реально непонятно, 72% скидки. Что вообще происходит? Почему так? Короче, очень сильно странно, очень сильно непонятно, но мы это покупаем. 413. Купить. Ну и последнее. Собственно, мы все обокрали. Ребят, лайк. Ай, больно. Ударился. Лайк давайте поставим. За то, что я весь этот гребаный магазин вонючий обокрал. Просто весь, собственно. Покупаем. Покупаем. Все. Все мы купили. Больше ничего тут нет. Мастерскую мы ограбили. В общем, Шани осталось без всего. Ну, давайте смайл уберем временно. А что-то смайл посиди. Вот. Окей, закрываем эту всю тему. Выходим отсюда. Собственно, идем на склад. Лутбоксы. Раз, два, три. Окей, наборы. В смысле? А что, мне наборы не дались? Я просто немножко не понимаю этого прикола. О, что это там у меня? А, это этот красный. Так, я чего-то не понял. Мне, походу, наборы не дались. Они, походу, в жетоны перевелись, да? Да. Они в жетоны перевелись. Потому что вот этот вот у меня уже был. Блин, я... Почему они в коллекцию не пошли? Как лутбоксы? Я не понимаю. В чем прикол? В чем прикол? Мне это не нравится. За это дизлайк. Ладненько, ребят. В общем, такое вот ограбление получилось. Давайте что-нибудь для вас разыграем. Что-нибудь прикольное, что-нибудь классное, что-нибудь вообще отличное. Вы такие, типа, Вань, ну ты крутой парень. Я скажу, да. Давайте что-нибудь разыграем, и разыграем мы. Я бы разыграл сейчас бы вот это вот говно. Но мне жалко 1500 алмазов, во-первых, на вот это говно. И причем дарить вам. Если бы это... Блин, нет. Я такое дарить не буду, ребят. Не буду такое дарить. Давайте вот от того, что у меня пригорает очко, мы разыграем два набора пожарного. Два набора пожарного. Во, вот так вот нормально. Вот это годно. Собственно, что мы делаем? Ребят, если на этом видео не набирается 10 тысяч лайков, собственно, розыгрыша не будет. А нужно поставить лайк. Обязательно. Подписаться на меня. Обязательно. Если ты не подписан, то, ну, собственно, ты ничего не получишь. Если я даже тебя выберу, я такой смотрю, ты не подписан на меня. Ну и, собственно, пока. Вот, ну и в комментарии написать, насколько... Что-нибудь про вот этот вот магазин Шани. Не пишите, типа, жабка топ или что-нибудь такое. Вот именно про магазин Шани. И свой айдишник. Айдишник, а не никнейм. Запомните. Айдишник, не никнейм. Собственно, вот это пишите. Сможете поспамить, чтобы я больше заметил. Ну и, собственно, все. Рандомного из вас я выберу где-то через недельку, когда буду крутить что-то новое. Причем у меня сейчас несколько видосов с такими конкурсами, поэтому буду хз как выбирать, но это будет жестко. Но вы запомните то, что нужно писать свой айдишник и что-нибудь в отношении именно магазина Шани. Не знаю, крутой магазин Шани, топ вообще, либо термина вообще, что-нибудь такое. Главное, чтобы мне понравилось, я это заметил. Собственно, вот. Вот такие вот дела. Ребят, на этом, в принципе, все. Всем спасибо, кто меня смотрел. Надеюсь, вы меня будете поддерживать лайком, подпиской. Ну, а я вам буду выпускать видосы. С вами был я, Жабка. Ну и, собственно, всем спасибо. Всем пока. Пока.
Damn, boy! Смайл вышел на крыльцо почесать свой буст. Но так и не почесал, потому что ссылка на буст не в штанах, а в описании. Чекай!